Эти рыбаки должны что-то знать о рыбалке. Слышал, ты ищешь одну рыбу? Да, рыбу-меч. Надеюсь, знаешь, что тебя ждет. Он жесток. Чихнешь, а он тебе нос отрежет. Стоит упомянуть его имя, и все вздрагивают. Он подчинил себе Гераклеон и всех жителей. Где он? Его давно никто не видел. Ходит слух, что он правит Гераклеоном из подземного убежища. Это смешно. Все, что знаю, Мистий. Почему ты говоришь со мной, раз он так опасен? Я стар. Я устал кланяться и платить налог. Если убьешь его, всем станет лучше. Больше ты ничего не скажешь. У меня приказ. Всякий, кто говорит о рыбе меч, умирает. Это тут.
О, боги! Что тут происходит? Рыба-меч. Деймос, я ждал тебя. Ты, пес культа, пришел укусить? Я уничтожу тебя, рыба-меч. Думаешь, я не готовился к этому дню? Я здесь из-за... Я не вернусь! Я туда не пойду! Плевать, что я в долгу у культа. С меня хватит! Хочешь артефакт? Иди сам! Если уж культист, то это навсегда. Что тебе от меня нужно, Деймос? Ответы. И ты мне их дашь. Что там случилось? Что привело тебя к этому? Минотавр случился! Мне повезло! А вот Никиусу. Культ космоса обещал мне все! Но не это! Как ты здесь очутился? Прячусь среди отбросов! Не от них! Показываться мне нельзя! Но Гераклеон все еще мой! И все жители! Безумец! Как ты попал в лабиринт? У Никиоса был ключ. Он вставил его в стелу. Тебе туда нельзя. Он убьет тебя. Вырвется и убьет всех! Ты меня недооцениваешь. Так говорила Никиос! Я рублю тебя акулам! Так уж он и хорош. Приглядись и найдешь деньги, где захочешь. Все, что нужно, уметь убеждать.
сломленный, терзаемый Минотавром до самого конца. Ты! Что бы это ни было, я не крал. Твой опекун сказал, что ты... Ух ты! Он хоть что-то сказал? А об отце говорил? Нет, не сказал, но... А собиратель? Сказал, ты похож на отца. Правда? Это здорово. Так, твой опекун сказал, что ты... Стоп, стоп, стоп! А рыба-меч? Он что сказал? Ты ведь нашел его? Сказал, что ключ нужно поместить в Стеллу. О, я знаю, где Стелла. Погоди, о каком ключе ты говоришь? Старик сказал, ты кое-что у него украл. Неправда. Постой. А что он имел в виду? Ключ к лабиринту. Диск. О! Ты про это, что ли? Всегда гадал, для чего он нужен. Рыба-меч сказал, что в Стелле есть отверстие для диска. О, так что нам делать? Чтобы открыть вход в лабиринт, мы должны вставить диск в Стеллу. Потом займусь Минотавром. И папу моего тоже спасешь? Я ведь обещал спасти его, не так ли? Ты лучший, Мистий. Мы скоро вернемся, оглянуться не успеешь. Пойдем ко входу и используем диск. Похоже, часть доспеха Сея.
Это не Минойское. Что это? Малака! Это правда! Боги. Нить, что помогла Тесею выбраться из лабиринта. Куда она ведет? Зверь был в ярости. Я уже был здесь.
Минотавр. И началось. Oh.
Минотавра. Мама гордилась бы. Минотавр мертв. Спасибо за помощь, Ардес. А где папа? Я обошел весь лабиринт. Я и следа его не нашел. Что? Ты плохо искал. Может, он выбрался, потому и не нашел. Ардос, он не вернется. Ты его искал, да? А раз не нашел, значит, он выбрался через трещину. Или, знаешь, вылез там, где ты вошел, да? Нет. Отец любил тебя. Выберись он, пришел бы к тебе. Я боюсь забыть его. Не хочу его забывать. Прости, я больше ничего не могу для тебя сделать. Но ты попытался. Спасибо, Мистий. Надо выбираться. Что будешь делать теперь? Не знаю, Мистий. Без папы. Я не знаю. Вместе вы что-нибудь придумаете. Ардос. Помни, ты не одинок. Всегда есть те, кому ты не безразличен. Не лезь в неприятности. Не могу этого обещать. Я прослежу, Мисти. Спасибо. Сначала пойдем домой. Может, там мы поймем, где его искать. Домой? Да, домой. Пойдем. Прости, что украл диск. Блёпну. И твой амулет. Амулет? И коллекцию колец. Так вот где. И твои мемуары. Я их еще не закончил. О, боги, ну нельзя же все время что-то красть, Ардос. Но я в этом хорош. И краду у тех, кто этого заслуживает. Я не заслуживал. Ты не хотел говорить со мной. Ну, я... Ты прав. Меня не было рядом. Может, я и заслужил. Вот и я про то. А уж все золото. Что? Ардос! Надеюсь, ты ничего не украл у Мистия. Ха! Кто знает? Давай.
Ну, давай. На! Элла!
Одно и то же каждый день. Ничего не происходит. Малака, души! Ugh.
Хм.